Первая в стране инновационная марка, посвященная Олимпиаде в Сочи, теперь и в Кузбассе. Ее уникальность в двухмерном штрих-коде, благодаря которому можно перейти на официальный сайт зимних игр 2012 года. Сделать это можно с помощью мобильных устройств при наличии в них специальной программы. Нужно только навести камеру на почтовую марку. В Кузбасс поступило 4500 таких экземпляров. Самое большое количество направлено в крупнейшие города области – Кемерово и Новокузнецк. По словам работников Почты России, наибольший интерес такие марки вызывают у филателистов и спортивных болельщиков. Что касается этих марок, мы заказывали их больше намеренно, так как тематика олимпийская очень популярна сейчас, и поэтому все марки, которые у нас уже были в области, посвященные олимпийской тематике, они уходят очень быстро.